Юбилей атлетического клуба «Антей» отметили в Тюмени. Ему исполнилось 55 лет. Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры «Нефтяник». Там собрались бывшие и нынешние воспитанники клуба, в их числе и губернатор Александр Мор. Впервые в «Антей» он пришел в 1991 году. Есть период времени, когда я занимался в «Антее». С этим связано много воспоминаний, много ребят и девчат, которые тогда соревновались, выступали и сегодня поддерживают хорошую форму, работают многие из них тренерами. За эту 55-летнюю историю «Антею» есть чем гордиться, есть что показать, есть кого показать. Это очень богатая история клуба, история людей, ну и, конечно же, история нашего региона вместе с ним. За эти годы спортсмены «Антея» завоевали более 250 медалей. Из них 16 золотых на чемпионатах Европы и 20 на чемпионатах мира.